Ну вот и здравствуйте, ребята. Вот новое поступление. Многие ждали акустическую систему. Большая, очень большая напольная акустическая система, трехполосная с фазоинвертором. Это у нас LOD, Lowdy, Hitachi, модель HS F700. У меня уже была такая акустическая система, но я на нее не успел сделать даже проверку работоспособности. Фазоинвертор, ребята, находится внизу, вы их сейчас не увидите, они вон они внизу находятся. Просто она у меня даже не влазит на видео в объектив. Ребята, НЧ 40 сантиметров, диффузоры, бумага с какой-то пропиткой, ее сразу видно, что они так поблескивают слегка. Подвесы тканевые. Среднечастотник. У нас идет конус 10 сантиметров, высокочастотник у нас идет 5 сантиметров купол. Акустика у нас 80-го года, сопротивлением она 8 Ом. 8 Ом. Очень высокая чувствительность, такая же, как на кораллах X7, 94 дБ. По мощности, музыкальная мощность у нее 180 ватт, номинал 90 ватт. Ребята, размеры скажу, размеры большие. 80 сантиметров она высотой, 43 она шириной и 39 глубиной. Это чтобы вы ориентировались. Для нее не нужны подставки. Это большая напольная акустическая система. Звучит, ребят, как в концертном зале, как будто находитесь. Давайте я вам сейчас включу, послушаем. I'm in my car, I got my telephone and radio. This is my home, I've learned to love and live the only way I know. And I don't wanna change a thing. This is my world you're sitting in. I got a fax, so I press send. Send a message to my DJ. Message to my DJ, 'cause he's my best friend. I'm in my car. Yeah, 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 yeah. I'm in my car. I'm in my car. Yeah, 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 yeah. And I'm happy here, even though the fools will never know. I got peace in here. My private world of endless stop and go. And I don't wanna change a thing. This is my world you're sitting in. I got a fax and I press send. Send a message to my DJ. A message to my DJ, 'cause he's my best friend. From my boss, sip from all the gumbos that I hate so much. It's not GT, it's not about all you think that you may see. Oh, it's not about what you think you see. I'm safe from my family. I'm in my car. I'm in my car. I'm in my car. Yeah.
Ребят, я вам показал, как бы, сетки на месте. Давайте, вот, вот грили. Вот, вот грили. Вот грили. Целенькие. Шильдики на месте. Ребят, вот акустическая система. Как показать, видно будет, не будет. Ребята, вот он ход. Вот он ход. Ход НЧ. Лак. Лак. Она лакированная, ребят. Она лакированная. Ну, вот здесь вот царапки есть, ребята, царапки. Небольшие, но царапки есть. Царапки есть. Вот, ткань. Подвес и ткань. Она здоровая, она не влазит даже у меня в объектив, чтобы полностью вам ее показать. У нее снизу, как вот видите, как подставочки сделаны еще. Вот. У кого большое помещение, самый оптимальный вариант. 40-сантиметровый НЧ. Очень глубокий, легкий. Легкий, я имею в виду низ. Бас. Поэтому рекомендую, просто рекомендую. Такая акустическая система, она редкая, цена не очень дорогая из-за того, что лот у нас еще не распиарена акустика по России. У меня была HS50F. Вот человек с Воронежа купил, я ему отправил, он просто в шоке от звука. Звук просто обалденная, а цена не очень большая для этой фирмы. Просто эта фирма выпускает очень хорошую, качественную акустику. Так же, как и усилители известные, преды и оконечники, также и кассетные деки, вот, чтобы вы ориентировались. Не распиарено, поэтому ценники еще адекватные, ребята, адекватные. Также у меня есть еще лоды М70 на плоских диффузорах с НЧ30 по цене до 50 тысяч, а по звуку она звучит как даже за 60 тысяч. Но из-за того, что ее мало кто знает, поэтому думают, что она совсем не звучит. Ребята, звучит и еще как звучит. Поэтому рекомендую, обращаемся, пока есть. Ту пару у меня забрали за 30 минут, ребята, за 30 минут после ролика. Я ее даже не выставлял. Приехал человек с Курской области, с Железногорска, и просто ее забрал и увез. Просто рекомендую, пока есть, кто успеет. Кто успеет, ну кто не успеет, она у меня стоит, да будет стоять. Это не проблема, ребят. Все равно потихонечку разбирают. Кораллы, кстати, ребят, кораллы сегодня... Вчера сделали предоплату, я вам уже говорил, человек, а сегодня с Воронежской области, с Ольховатки приехал, забрал кораллы, поэтому кораллов осталась одна пара. Поэтому, если что, кто хотел купить, можете обращаться. В принципе, на этом я больше показывать пока нечего. 933 ждут, ребята, замену подвесов на НЧ. Состояние по корпусам хорошее. Нету ни сколов, ни царапин. Все уголки на месте. Человек уже вроде как ждет, когда будут заменены подвесы. Поэтому еще есть пока выбор, поэтому обращаемся. Звоним, спрашиваем. До свидания. Всем удачи. До новых встреч.